Всем привет-привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Сегодня я немножко расположила по-другому камеру, так как я решила записать. Значит, вот такой у меня холст, значит, 50, ну почти 60 на 60, наверное, 60 на 61, что ли, как бы вот так получается. Вот. Это у нас Винстон Ньютон, вот такой вот холст. Размер 20 in 24, ну, 20 на 24 inches получается. Вот впервые я решила вот попробовать сделать на вот таком большом, значит, холсте, сделать Shelly Art и попробовать посмотреть, как это получится. Ну, не знаю, я пока, конечно, сомневаюсь, что на таком большом я смогу что-то сделать, но все равно как бы я хочу попробовать. Поставила камеру так, чтобы вам было видно. И дальше сейчас буду делать, ну, чтобы вам все было видно здесь, как я это делаю. Значит, на Shelly Art у меня есть в плейлисте, значит, там запись. Вы можете посмотреть, что я там применяю, какие цвета. Ну, цвета я вам скажу. А вот что там у меня, например, белая краска у нас, это для стен и потолков. По-моему, вот такая краска у меня. Eggshell называется здесь, вот она у нас. Так, и все остальное я смешивала. Значит, все остальные мои краски. Есть специальный медиум, где я смешивала. Вы там можете посмотреть у меня в плейлисте. Чтобы я тут долго не задерживалась, как бы, да, и не рассказывала, что и к чему. Ну, и вам, чтобы это... Потому что эта работа, мне кажется, будет очень сложная для меня сегодня. Но я попробую и записать, и заодно как раз вам показать. Так, что я делаю в первую очередь? Так как холст очень большой, мне надо использовать будет, наверное, скорее всего, очень много краски, скорее всего. Вот, я начну заливать вот так вот, вот эту краску. Один. Мне, наверное, еще понадобится краска. Так, будем делать, наверное, свайп, скорее всего. Я даже вот сейчас не знаю, какие цвета я буду употреблять, что я буду делать. Я пока сама не знаю. Ну, там где-то вам может быть и не видно. Но надеюсь сделать так, чтобы вам было все видно. Вот сейчас я пока должна растянуть вот эту белую краску. По холсту. Сколько смогу растянуть, я сейчас ее растяну. Так. Сейчас попробуем. Вот так. Так, в середине я оставляю немножко, видите, вот более потолще слой, чтобы мне нужно будет там делать протяжку, поэтому я оставила немножко побольше слой. Дальше. В
Конечно, будет, говорю же, сложновато, но что делать. Сейчас я еще вот так налью чуть-чуть. Вот два стакана я почти что. Так. Теперь здесь у меня немножко есть пузырьки. Я выключу кондиционер, наверное, чтобы он быстро у нас не просох. Здесь у меня есть вот, не знаю, почему-то пузырьки. Наверное, их надо будет. Как-то убрать. В общем, пока так. Теперь я буду добавлять сейчас краски. Все, собака ко мне рвется. Собака тут рвется, конечно, у меня. Так, я добавляю синий цвет. Так как холст большой, буду добавлять прямо много. Сейчас посмотрим, что получится у меня. Так. Дальше. У меня просто краски уже загустели, поэтому, конечно, сложновато будет немножко. Ну, что делать? Придется как-то выходить из этого положения. Так, это у нас фиолетовый цвет. Окей. Синий, фиолетовый. Дальше давайте добавлю я сейчас. Вот такой вот розовый буду добавлять сейчас. Вот розовый, он немножко у меня, конечно, пожиже. Я весь добавлю пока розовый. Дальше я хочу добавить сюда так, мне нужен пигмент, наверное, пигменты сейчас добавлю. Ну-ка посмотрим, здесь есть у меня. Золотой. Дальше немножко хочу добавить сейчас вот такого желтого. Это у меня флуоресцентные, желтый и розовый, это флуоресцентные.
Дальше. Добавлю немножко еще вот такой вот синий тоже. Немножко добавим такой зеленый пигмент. Окей. И добавим еще, наверное, немножко золотой цвет. Сейчас я посмотрю, где он у меня. Этот золотой. Так. Нет, это желтый. Так, сейчас посмотрим. Не буду торопиться, а буду сейчас. Густой, нет. Густой он. Ладно, ничего. Это был густой, не пойдет. Но уже добавила. Так, теперь вот такой добавим. Это тоже золотой, но он белого цвета, но золотой. Так, что еще добавить? Я бы хотела, конечно, бирюзовый, но у меня бирюзового почему-то нет. Куда я его делаю, я не знаю. Вот собаки сейчас мне будут дверь ломать. И еще добавим вот такое. Сейчас посмотрим. Это у нас что? Pink Gold. Такой еще золотой. Вот он густой. Он густой. Так. Хочется пигментов побольше, конечно. Синих уже много. Сейчас посмотрим, какие еще можно добавить. Ну, может быть, уже и даже и хватит, скорее всего. Может, вот этот чуть-чуть еще голубенький добавлю. Сейчас посмотрим. Так, все вроде бы. Думаю, достаточно.
Я запись делаю, я перезвоню тебе. Ну, я думаю, что достаточно, наверное. Уже много я поставила все. Так, что же делать дальше? Все вроде бы. Думаю, что достаточно, наверное. Так, ну вот еще пойду зеленый. Вроде все. Сейчас посмотрим, как мы будем делать свайп. Так. Значит, свайп мы делаем или этой, или, может быть, я сделаю прямо вот этой. Может быть. А эту в ту сторону. Может быть, сейчас. Так, я буду делать сейчас свайп. Значит, прямо у меня есть вот такая штука. Я прямо на нее сейчас наливаю активатор. Вот видите? Я наливаю сюда активатор. Вот у меня есть черный активатор. Вот так я сейчас сделаю. Чтобы не было очень много. Дальше. На черный активатор я немножко добавлю золотой активатор. Так, это что? Нет, это у меня не активатор. Что он здесь делает? Хорошо, что я увидела. Так. Добавлю вот такой золотой активатор. Вот. Так вот. И можно добавить немножко вот такого розового активатора. И все. Теперь я начну вести. Так, все, вроде бы. Сейчас я попробую открыть моим собакам дверь, потому что они задыхаются уже на улице. Так, смотрите, как у меня получилось. Так, теперь мне нужно вот это все. Так вот, слить. Сейчас посмотрим, что получится. Так, как мы будем это сливать? Я хочу убрать здесь немножко отсюда все, чтобы здесь мне ничего не мешало. Потому что у меня очень много краски здесь стоит. И это все мне мешает. Так, ну, понятно, что краска тяжелая, потому что это белая краска, да? Сейчас я, наверное, скорее всего, пока уберу. Подождите-ка. Уйди отсюда, а то я сейчас тебя испачкаю. Сначала я уберу. Видите, вот я говорю на этом... Очень сложно, потому что это большой хвост. Сначала мы сливаем в эту сторону, да?
Так. Теперь пойду в обратную сторону сюда. Видно, не видно. Ну, надеюсь, что будет видно. Это вообще первый раз я делаю, конечно, вот такой огромный. Как я знаю, что вот такие холсты вообще обычно шели не делают. Но я решила проэкспериментировать сегодня, что я что-то смогу. Так, а теперь я иду в эту сторону. Сейчас. Я сейчас спущу вниз. Вот, вам не видно, конечно, там. Вот, смотрите, какая красота, но я... Скорее всего, может вот так встать, что ли, чтобы вам было видно, наверное. Сейчас, минутку. Мне нужно как-то вот так. Очень сложно, потому что холст тяжелый. Очень. Так, смотрите, какая красота. Очень красивый. Можно теперь просто правильно его как-то... чтобы не дало трещины какие-то. Да, скажу, что сложно. Даже очень. Чуть-чуть еще сюда. Вон, слейся. Он тяжелый. Чуть-чуть. Хотя бы немножко еще. Сейчас. Вот здесь вот никак не сливается. Вы представляете, да? Ну, никак не хочет. Так. Смотрите, какая красота получилась. Просто супер. Конечно. Я даже ничего больше трогать не буду. Посмотрите, какая красота. А главное теперь, чтобы у нас краска вся слилась правильно. Сегодня звонит и звонит. Так, сейчас я подожду чуть-чуть, минутку. И дальше. В общем, вот такая вот красота получилась. Вот. Это большой холст. Сейчас я еще что-нибудь солью здесь.
И все. Теперь всем пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда рада вашим комментариям. Всегда читаю сама. Вот, пишите свое мнение, что вы думаете. Вообще стоит делать, не стоит делать на больших. Видите, оно немножко, конечно, по-другому получилось, но красиво. Вот. Все, всем пока-пока. Я вас люблю. Рада всегда всех видеть. Пока-пока. Пишите и ставьте лайки.